Вроде мы дошли до конца, ну, по крайней мере, конечная автобуса точно была. И тут уже первая улица, и это, они уже почти рядом, то есть море вот оно уже близко. И вот светится, это уже, скорее всего, Каргаджак, вот это вот подсветки все эти уже. Там вот дальше заправка, и там больше ничего нету, вот за тем белым домом. Все, конечная автобуса здесь, это The End. Там вообще дома классно подсвечены у тебя, да? Класс. Все, мы сделали это. Ну, до твоего дома тут долго, да? Вот, видишь, он? Вот, автобус выехал и поехал. И пойдет. Я думаю, что минут 40, не меньше, да, Альберта, отсюда идти, если не больше даже. То есть довольно длинный Махмутлар получается. Вот это место, где автобус разворачивается. Собачка красивая, большая. И автобусы. И ты доедешь, да? Больших собак здесь не боюсь никаких. Они здесь какие-то добрые такие, все классные. Тут кафешки, дёнер. Она за нами идет. Хотя у меня в пакете вроде еды нету. Он идет за нами. Так вот выглядит конец Махмутлара. Ой, там злая собака. А здесь что, опять кладбище, что ли? Да, кладбище везде, где я хочу сказать, а здесь парк, можно погулять, вместо парка оказывается, что это кладбище почему-то сюда. Все, спасибо всем, кто с нами путешествовал сегодня, пока. Она узнала, узнала, что у Леши две собаки. Ну, у нас бы я бы такую собаку испугался. Здесь все большие. Я здесь тоже большие. Здесь не, ну они вот я ни одной злой не видел, огромные. Вот они ходят. И в чем Юве был осенью? Они такие добрые, все большущие такие. Классные такие, да? Ну, еда остается, что выбрасываешь. Это же смесь какой-то овчарки с чем-то, да? Да, какой-то это местный породы. Интересный такой. Ну, этот худо ищет. Ну, да, тут некоторые такие прям. Ну, у косапов. Да, да, да. Они никуда не уходят, лежат с нами днями. Ходят, что-то. Сейчас у нас 8:30 вечера. Пустой автобус у нас будет. Так я не понял, это тот, который идет по Барбаросса, да? А те, которые идут по Ататюрка, где их конечная тогда получается? Как-то запутано все. Тут автобусы ходят по трем улицам. Первая возле моря, вторая Барбаросса и третья там. Ну вот, судя по всему, это конечная только одного, который по одной только улице идет. Где конечная остальных, мы не знаем. Мне удобно их, чтобы около дома. Я сегодня два пропустил, чтобы именно доехать около своего дома. А песик не уходит от нас. На безбирке что-то такое, да? Классно. Ну и красавчик. Ну, о, этот люля-кебаб запах. Красавчик. Чувствуешь, да? Жарит. Иди, он в кафешку, да, тебя, да, покормит. Такие запахи, этот классный. Баранин. Или ты уже не голодный? Я уже не голодный, но запах всегда такой. Балдею. Ой, да, класс. Перед отъездом еще поесть. Класс. Я нашел расписание этого автобуса. Ездить с перерывом в 10 минут, написано без ошибок. Гидиш 23.00, Дюнус, вот переведите мне эти слова. Че 23, а че 24. Будние дни и выходные, скорее всего, да? 11.12 ночи получается. А мы с тобой не могли уехать еще 11. И каждые 10 минут. Каждые 10 минут. Ой, не пугай, ты такой добрый, загавкал, я аж испугался. А, там злая собака. Там породистый этот, как его называют. У меня вот это положение. Гидиш. Да. Тут на него молча смотрит. Тут в клетке сидит сторож, боец. А ты красавчик. Сам по себе свой собственный.
отель находится здесь, или отель, или апартаменты. Дорис Сайтур называется. С пульта идет водила, в кафешке сидел, с пульта его открыл, так на расстоянии двери. Никого нет. Кто умеет водить автобус? Ох, Ромка, тебя не хватает тут. Вот так вот выглядит турецкий автобус. Автобусы у них марки Isuzu и еще какой-то. А как второй называется? Не знаю, какой-то местный. Второй местный, да? Тот же чуть поменьше, Isuzu, он чуть побольше. Такие вот места для инвалидов. Обзор автобуса получается. С пристегивающимися этими, видите, места для инвалидов. Здесь вот что-то открывается еще. А, это кто-то забыл. Это у них у студентов такие папки. Короче, вот кто учится, это кто-то забыл. Чертежи носят в них. Вот такой вот автобус. Даже могу сказать, на сколько он мест. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Где-то 26-28 мест сидячих здесь. Вот. Выходить. Кнопочку нажимайте заранее, чтобы он успел остановиться на вашей остановочке. Входить только на переднюю дверь. Сразу платить. Платить, а выходить на вторую дверь. На переднюю дверь не выходит. До Мигроса? Раньше. Мы уже сколько Мигросов прошли? Два, да? Да, раньше. Много их здесь. Один. Все, песик остался.